Так, даримся по нулям. Друзья, приехала форель. Сейчас про нее расскажу. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Десять хвостов. 18 150. Средняя навеска кило 800. Средняя навеска кило 800. Ребята, это та форель, которая была у нас предыдущая. Все прекрасно помнят, что каждый запуск, сколько бы ни запустили, вся рыба была на льду. В водоеме не оставалось после запуска практически ничего. Там 95-97% рыбы выбивалось. Предыдущая партия была тоже карельская, но из другого рыбхоза. По клеву она была крупная, но клев оставлял желать лучшим. Наверное, процентов 60 ее запущенной осталось в водоеме. Соответственно, вот эта гончая, которую сейчас привезли, которую сейчас запускаем, она, кстати, у нас в двух навесках. Вот эта крупнее и есть чуть мельче в следующем баке. Значит, они ее разгонят. Во-первых, сама будет клевать, во-вторых, будет разгонять тот остаток крупняка до 3 килограмм, который остался в водоеме. Соответственно, из этого микса клев на новогодние праздники будет такой же, как был полторы недели назад. Так что ждем всех в гости. Новогодние праздники и предновогодние праздники, предновогодние дни должны быть интересными. И они будут такими. Вот она, красавица. Навеска бомба, шустрая. Очень активная. Перед этим бочку забросили в садки, села очень хорошо. Продолжаем разгружать. Этой рыбы точно так же тонна, как и было предыдущей. Рыбы хватит всем. Ждем в гости.